Всем привет, с вами Тимсин, всем брат, мы играем на Россию 1.20.4, это у нас вишневое похождение. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как получается начали с вами копать пещеру. Да, сейчас, погодите-ка, нет, это не то, музыка и звуки, я пожалуй музыку. Сейчас куда-нибудь, это самое, вот все. Где звуки? Погода, блоки, музыкальные блоки, мирные существа. Мирные существа, враждебные существа. Ну, мирных существ, в принципе, можно тоже на 40 поставить, я думаю. Да, а враждебных существ лучше оставить на 100. Блин, погоду я бы на самом деле тоже поставил на 40. 40, вот, все, отлично. Хорошо. Вот, все, вроде как нормально, да? Да, отлично. В общем-то, все теперь нормально. Получается, сейчас мы выходим наружу, и да. Получается, мы с вами добыли кучу булыжника без помощи вот этого вот генератора, да. Вот такие вот мы крутые. Ладно, если что, мы сейчас пришли, естественно, за этим. Нам нужно что делать дальше? Давайте вот эти вот вейнпоинты мы удалим. Все хорошо. Этот я пока что удалять не буду. Да, действительно, это оказался тот самый телепорт. Ладно, давайте тогда это самое закрыть. Тогда сейчас я делаю вот таким вот образом. Все хорошо. Получается, сейчас нам нужно спуститься вниз. И да, в прошлой серии мы с вами также нашли огромную пещеру. Нам нужно до нее докопаться, для того, чтобы мы могли со спокойной душой и начать копать руды. Да. В общем-то, сейчас, получается, спускаемся все ниже и ниже. И да, кстати, по поводу мини-карты. Не, у меня сейчас включены пещеры. Погоди, мне нужно для начала кое-что сделать. Сейчас, погоди. Телепортироваться к лавовому озеру. Это будет очень долго довольно. Да? Так, я стою на булыжнике. Ладно, хорошо. Так, здесь у нас что? А, здесь у нас просто дерево догорает, я так понял, да? Сейчас. Да, у меня две карты одновременно прогружаются. Вот такие вот дела у нас. Я даже ее не могу как-то отдалить, что ли. Да. Там еще есть какая-то... А, точно. А, не, погоди. Типа лавовое озеро. А, здесь еще... Здесь тоже есть лавовое озеро. Так, это лавовое озеро. Да, лавовое озеро, хорошо. Окей, тогда. Так, нет, телепорт мы не будем создавать. Что? Это что? Я не знаю. Давайте, знаете что? Я сейчас это самое... сохранить... Сейчас, нормально ли все это будет? Окей. Я для начала это... надеюсь, то, что будет действительно нормально. А, нет, погоди, я вообще не туда иду. Сейчас, мы тогда... На эти координаты должны телепортироваться, да? Нет, escape. Погоди. А, нет, погоди, мне надо как-то это... F3 плюс F4, да? Да творческий переключаю. На творческий. Да я переключил на творческий. Так, я на творческом режиме. Отлично. Получается, сейчас мы... Удалить. Телепортируемся. Быстрее. Все нормально. Так, где мои вещи? Мне, как обычно, приходится все в креативе ломать, потом все это находить. Извините, конечно, что все так происходит, но, к сожалению, это такая забагованная карта, она постоянно это самое. Сейчас, погоди. Мне вообще что-то подобралось, нет? Нет, что-то как-то слишком... Давай. Давай. У тебя получится. Блин, а. Дурацкие лаги. Давай, все, спасибо. В общем-то, здесь все мои вещи, да? Все хорошо. Окей, так, здесь у меня... Забыл, что нахожусь в креативе, это будет очень сложно, пипец. Ну, вроде как все, я подобрал здесь, отлично. Теперь осталось, получается, что сделать дальше. Взять, получается, вот эту вот всю дырку. Ну, в принципе, можно ее не застраивать. Можно, в принципе, взять сюда... Камень поставить, получается, запомнить, какие здесь x-координаты. Давай, все, отлично. 66-я, да? Теперь, получается, меняем здесь вейнбой на 66-й, да? Изменить. Получается, сейчас это... 63-я. И здесь мы меняем на 66-ю. Окей, получается, сохраняем. И, получается, закрываем. Все хорошо, получается, мы телепортируемся на какие-то неизвестные координаты.
Так, нет, погоди. Это мы, если будем идти, то вернемся к своему дому, да? Погоди, у меня есть вообще точка с домом? У меня почему-то здесь не показывается этот. Сейчас, вот здесь вот дом у нас находится. У меня здесь есть какие-то настройки, что ли, или что? А, ну у меня здесь просто лучей почему-то нету, я не знаю, с чем это связано. Ладно, но то, что я знаю, это то, что здесь, типа, находится не самый лучший координат. Давайте просто сейчас туда отойдем. Окей, получается, мы сейчас идем в ту сторону. Да, возможно, мы что-нибудь хорошее найдем здесь, на этой карте. И сейчас даже проверим. Так, это что? А, нет, это обычная вещь. Ладно. Окей, получается, что мы делаем дальше? На G нажимаем и осознаем, что здесь рядом есть какая-то пещера вроде как, да? Или это не пещера? Я что-то как-то понять не могу. Дерн. Здесь написано, что это дерн. Погоди, ну здесь, если так, здесь 73-я высота. Не то, это не то. Погоди, это... Погоди. Типа здесь дерн. Хорошо, здесь показывается 74-я высота. Здесь тоже создается 74-я. Окей. Ладно, хорошо. Сейчас я тогда возьму и сделаю так. Надеюсь, действительно получится. Просто это самое. Еще ж у меня это все как бы того самого. Так. Ладно, была не была. Так, вроде как все нормально, да? Да, все более чем хорошо. Да, здесь действительно находится пещера. Боже, как лагает. Да, здесь действительно находится подобие пещеры. Сейчас я обратно телепортируюсь на желтые координаты. Все. И, пожалуй, это. Зеленый мы... Блин, а нафига я их удалил? Хотя, ладно, давайте это самое. Типа, если там есть, то там действительно есть. Можно, в принципе, этот, первую версию карты убрать, в принципе, для того, чтобы было легче. Так, это куда? Вот туда вот нам, получается, надо идти, да? Или туда? Что-то как-то понять не могу. Так, это что? Окей, вот здесь у нас находится пещера. А, то есть нам нужно реку переплыть, да? Куда-то туда нам нужно, понятно. То есть мы действительно это все сделали, да? Угу, хорошо. Окей, получается, сейчас берем и плывем. Да, все хорошо, вот куда-то сюда мы сейчас идем. Да, получается, мы действительно идем в нужном направлении. Сейчас нам нужно здесь изменить waypoint. Да, мы уже близко находимся. Нам... Ой. Погоди. Блин, все это время в креативе был. Я что-то как-то не заметил. Боже. Да, я действительно не заметил, что я все это время был в креативе. Пипец. Так, к сожалению, так придется сделать, потому что... Так придется всегда делать, потому что это самое... Типа, когда я создаю waypoint, там я под землей вообще спавнюсь. Особенно это плохо, когда я это самое. Скорее всего, лучше, знаете как? Лучше создать где-то 200-ю высоту и попытаться сделать ватердроп. Если это, конечно, получится. С очень хорошим способом. Ладно, давайте сейчас на границе здесь построимся. Хорошо, все. Отлично. Мы с вами спустились. И давайте где-нибудь здесь, я думаю, изменим этот. Считается, что мы делаем? Так, F3. Минус 100... Минус 11.6, 10.44. 11.06, 10.44. 11.06, 10.44. 11.06, 10.44. Погоди, 11.06. Нет, 0.4. 0.6, получается здесь 10.44. Да? Получается сохранить, и я думаю, то, что я все правильно сделал, да? А, да, почти. Нужно его как-то поднять, я не знаю, типа. Это вообще правильно? Типа 101... А, не, погоди, 101 вообще. Сейчас, я что-то как-то... 106. Не, 101, типа, наоборот. Сохранить. Это, конечно, вряд ли что-то меняет. Не, ну надо еще как-то... Я же... И я вообще высоко ее создал. А, погоди, стой, мне же еще на высоту надо посмотреть. 52-я высота, тогда сейчас мы здесь вот изменим на 52-ю высоту. 52.
Так, 100... А, погоди, я могу, в принципе, сюда смотреть. Я что-то как-то совсем не подумал. Ну, тогда, в принципе, это самое. Я думаю, что сейчас все правильно сделал, да? Сохранить. Закрыть. И нет, ну почти. Надо на два блока, что ли, да? Скорее всего, так. 100... 1... 100... Так, это самое. Извините, в общем-то... Да, я действительно все правильно делаю, но что-то как-то совсем не так, как хотелось бы. 101, и здесь получается 45. Сохранить, закрыть. Отлично. Получается, я сейчас постараюсь туда телепортироваться. И все. Отлично, мы смогли это сделать. Сейчас, так, нет, погоди. Нет. Вот, получается, F3. Все. Нажали, отлично. Погоди, все нормально. Все, короче, в левую руку. И, в принципе, можно здесь что-то добывать. Уголь, допустим. Так, в общем-то, сейчас давай. А, это просто из-за того, что ставится здесь. Поэтому так это... А, понятно. Не, ну это не совсем пещера. Да боже. В общем-то, здесь вот мы сейчас берем. И это самое. Начинаем добывать уголь. Так, хорошо. Окей, получается, берем с собой каменную кирку и, получается, копаем ей каменный уголь. Да, вот как-то так. Сейчас, получается, так, все, отличненько. Вот здесь, получается, мы... Так, нет. Вот здесь выкапываем, все хорошо. Плохо, насколько я понял. Так, давай, отличненько. Сейчас вот здесь вот выкапывай. Наконец-то. Нет. Вот здесь, получается, тоже ВК. Все, наконец-то. Теперь уж точно. Так, это не то. Угу. Хорошо. В общем-то, сейчас поднимаемся наверх. Я там видел еще уголь. Вот сейчас это самое. Здесь у нас тоже уголь есть. А, вот здесь у нас какая-то уже как что-то похожее на пещеру. Но, возможно, это просто поднимается сюда. Да. Это какой-то подъем, но, возможно, там потом спуск начинается. Я могу, в принципе, это, по мини-карте посмотреть, типа, наверх, ё-моё. Наверху там посмотреть, у меня других нету, нету. Ладно, тогда сейчас мы сделаем вот таким тоже, все хорошо. Погоди, что это было сейчас? Это какие-то странные звуки. А, это паук. Да, все-таки... Не, погоди. Это вообще связанное с этой пещерой. Ладно. Не, ну, здесь можно, в принципе, что-то подобывать, но я бы не назвал это полноценной пещерой. Как минимум, потому что здесь нету спуска вниз. Она довольно маленькая. Я могу, в принципе, куда-нибудь спуститься и просто-напросто в разные стороны строиться. Возможно, я где-то найду это самое на миникарте. Так, погоди, я что-то как-то это... Так, настройки, размер шрифта, картография. А, нет, это, скорее всего, не то, что я думал. Надо это самое... На G. Настройки, мини-карта, режим 1. Получается, выключить мини-карту. Получается, я пока что второй режим тоже выключу. Погоди, он вообще выключается? Здесь два режима мини-карты как-то странно работают. Ладно, давайте это самое. Уже ночь как бы наступает, поэтому давайте телепортируемся домой. Где? Боже, у меня урон почему-то был. Я не знаю, с чем это связано. Ладно. Окей, сейчас получается что? Встаем. Спасибо. Вообще-то, получается, что делаем дальше? Так, у меня уже стак угля. У меня до этого был уголь, если я не ошибаюсь, да? У меня действительно до этого был уголь. А, нет, погоди, я его с собой брал, да? Вот, все, отлично. Стак и 5 углей. Неплохо, в принципе, да, неплохо. Окей, хорошо. Так, нет. Отличненько, все. Получается... Боже. Окей, ладно. Что-то как-то... А мне обязательно так делать? Просто это, я могу как бы отдаляться, но нет, мне хочется по-другому. А, нет, погоди, я вообще как-то по-другому...
Что я сделал? А, не, фух, все нормально. В общем-то, все, наконец-то. Да, вот здесь, типа, у нас это, желтые координаты там. Надо это самое. Как его? Сейчас, погоди. Здесь вот на. Надо поменять сейчас. Нет, здесь все нормально. В общем-то, изменяем здесь название на что-то типа. Типа пещера. Можно как-то так назвать. Ладно, сейчас. Окей, блин. Вот все, хорошо. А, типа пещера. Сохранить. Окей, хорошо. Давайте, знаете что? Это самое. Продолжать копаться вниз, потому что нам это понадобится. Да? Логично, логично. Вот что сейчас берем и спускаемся вниз. Отличненько. Сейчас, получается, мы спускаемся все ниже и ниже, да. Уже глубина слайна начался. Так, нет, не то. Сейчас, получается, сюда ставим. И, получается, здесь вот все. Продолжаем копать. Да, сейчас, не, погоди, нормально, все хорошо, наконец-то. Здесь, получается, тоже продолжаем все выкапывать. А, типа, не получится по-нормальному, да? Ладно. Я запутался. Так, ладно, сейчас мы это, постараемся. Ага, хорошо. И здесь мы продолжаем дальше все выкапывать, да? Все хорошо у нас получится, да? Здесь, получается, мы тоже продолжаем выкапывать. Отлично. Я думаю, то, что... Знаете, как сделать? Давайте здесь вот раз уж это... Мы все равно там будем выкапывать второй слой. Давайте, знаете, как... Вот так вот начнем выкапываться. Вообще-то сейчас, получается... Что создаем дальше? Что делаем? Мы где-то... Вот здесь, по-моему, создавали, да? Давайте здесь, давайте здесь сделаем какой-нибудь вейнпоинт, типа... Вот здесь вот я сделал вейнпоинт. Сейчас мне получается это самое. Буду вот так вот, получается, выкапываться. И, получается, докопаюсь, скорее всего. Очень хочется докопаться до шахты, естественно. Ага, получается так. Ну, глубоко под земле очень часто спавнится руда. Типа железа. Здесь получается куча железа. Круто. Окей. Здесь у нас какая высота? Минус 14. То есть на 16 и на минус 16 спавнится железо. Да, в принципе, это действительно знал. Ладно, сейчас получается... Здесь вот мы все ломаем. И продолжаем дальше выкапываться. Окей, давайте это самое. Что делаем дальше? Получается, телепортируемся и что отсюда берем? Ну, во-первых, не помешало бы взять две кирки. Да, это во-первых. Все, получается, две каменные кирки взяли, и получается, телепортируемся. Телепортируемся сюда, да? Окей, да, действительно сюда. Окей, получается, что делаем? Дальше продолжаем вот туда вот копаться. Только вот здесь уже копаемся в ту сторону. И получается это самое. Смотрим на вот эту вот координату. Сейчас нам надо это самое. Да, я думаю, то, что вскоре я действительно наконец-то до пещеры. Хорошо. Окей. Хотя это особо не честно, то, что я знаю... То, что я даже знаю, что где она находится. Но что поделаешь, да. Ладно, сейчас мы это самое... Будем дальше копаться. Здесь уже координаты, ну, почти прямо находятся. Надо бы здесь только выкопаться. Да, хорошо. Получается, давайте посмотрим на координаты вот этого вот всего. Типа, изменить. А, минус 20, минус 333. Да, вот это же нужная координата, да? Минус 33. Минус 200. Погоди. 333. Я что-то как-то совсем не понял. Ну ладно, давайте не будем зацикливать на этом внимание. Просто продолжим дальше куда-то выкапываться. Здесь уже прямо, да? Не знаю, давайте это сам. А, не, погоди, минус 233. Да. А, не, все нормально, да. Здесь у нас минус 231. Сейчас вот сюда мы все прокопаемся.
На какой высоте? На минус 24, неплохо. Вот это редкость, встретить алмазы на такой высоте-то. Сколько здесь? Два алмаза, да? Да, два алмаза. Окей, это наш первый алмаз, мы добыли их в какой? Восьмой серии, да? Это же восьмая серия. Я потом проверю, восьмая ли это серия или нет. Окей, ладно. Сейчас главное здесь добывать железо. Окей, хорошо. Да, нам нужно и побольше этого алмазов добыть. Желательно бы, действительно, чтобы нам так повезло конкретно. Вообще-то здесь у нас все хорошо. И здесь делаем то же самое. Все хорошо, отлично. Здесь у нас уже 22 железа. Так, это уже какая кредит минус? А, не, погоди, у меня все равно... У меня наоборот, типа, координата... увеличивается, когда это, да? Нет, уменьшается. Я запутался, если честно. Ладно, давайте не будем на этом зацикливать внимание. Так, мы уже лазурит нашли. Да, еще одна находка, неплохая. Так, окей, сейчас, окей, хорошо. В общем-то, сейчас мы сюда вот выкапываемся все дальше и дальше. В общем-то, здесь вот лазурит выкапываем. Получается, здесь вот делаем то же самое с этим лазуритом. И получается, давайте куда-то сюда ставим глубиностанность. Получается, выкапываемся дальше. Да, выкапываемся дальше. Теперь нам нужно смотреть на ту координату. Ладно, окей. Она типа находится под нами, но не совсем. Как нет? Давайте вот сюда. Выкапываться дальше. Все хорошо? Отлично. Вот я сейчас даже проверю, типа... Я сейчас изменю эту координату. Изменить. Y минус 2. Сейчас. Нет, это вообще не то. Чё? Y минус 2. А, не, погоди, это все-таки высота. Я ошибся. Тогда давайте, знаете что? Сохранить. Здесь у меня не залагает. Отлично. Все, хорошо. Мы смогли выкопаться. Окей, сейчас получается это самое. Мы, естественно, это все потом залатаем. Постараемся. Окей. Получается, идем все ниже и ниже. Вот где у нас координаты. Минус 43. Кажется, я зря сделал такие низкие координаты. Я потом это самое... Так, погоди. Все, отлично. Да, конечно, это колотые глубины сланицы необычные, но мне уже что-то как-то пофиг на это. Да. Окей, ладно. Боже. Давайте просто оставим... А, нет. Нет. Минус 2 мне нужно изменить, да, теперь? Так, блин, я случайно пошатнул эту. Блин. Карандаш пошатнул. Сейчас. Вот, все хорошо. Отличненько. И сейчас, получается, каким-то вот таким вот образом мы меняем координаты. Окей. На минус 2. Получается, сохранить. Да, отлично, мы угадали. Все хорошо. Да, надо было всего лишь изменить на то, что уже есть. И тогда у нас все получится очень даже хорошо. Да. Дальше мы вот здесь вот, типа, продолжали выкапываться. И здесь вот мы, получается... Да, здесь у нас уже должна пещера, если я не ошибаюсь, да? Так, здесь у нас гравий находится. Сколько я понял, да? Сейчас, здесь у нас что? Где-то сзади находится, да? Типа, где-то сзади. Но я помню то, что там это, как его? Боже, что это? Глубинный сланец. Давайте на всякий случай сохраняем. И получается, что делаем дальше? Получается, сепаратируемся. А, не, погоди, нам даже не пришлось это... Круто, но здесь типа тоже что-то есть. Хотя, возможно, мы как раз таки создавали здесь фейнпоинт. Да, возможно, как раз таки так и есть. Ладно, тогда, видимо, придется вниз выкапываться. Хорошо, это понятно. Ладно, что ж, друзья, на этом я, пожалуй, буду заканчивать. В следующей серии, я думаю, то, что мы уж точно у нас получится докопаться до той пещеры. Ну, а я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Тестимилк. Всем пока.